сейчас каждый еще нога пойдет. Мы переместимся потом сюда. Куда мы переместимся? Туда переместимся. Они тут не будут? Нет, пока он не будет, они будут сидеть по церкви. Они просто пройдут. А тут они будут бегать. Где будут на воде бегать? Ну, в принципе, можно тут остаться. Да? Да. В принципе, тут. Ну, отсюда сделаем для нас такой старт. Они просто тут веревку, потом убегают. Я их растянул, я их запутаю. Елизабет, ты готова? Заходи. Вы уже завязываете. Два. Два. Два угла, вы не можете? Два. 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 Ира! Ирки! Ира! 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 Так, Карина. Карина, ты снимаешься тему? Но это мы уже
кусиками зараз, запутались. Это, ну, это ты так не покорили, я тебе говорю, невозможно. Оказывается, тут только сила нужна. Конечно. Да, без, не надо никаких этих приспособов. Боже, где же там сила? Воробушек. Нет, так раз это веса мало. Ну, так и мышечной массы мало, которая тянет. Мускулистый, в смысле. Ты сейчас сольешься. Сидят всегда. Я не знаю. А рука мешает. Карапузики, да? Да вообще, смотришь, да, как старшие. Сама приготовишь ее. А? Да. Сразу усы завяжешь. Ha!
что ли, вам что, лайфхак не видели от Катерины только что? Да. Я только задал вопрос, и потом мы на этом месте проблемы задаете. Не, ну молодец, я мешала петля, но я не... На его обратную сторону. Да, 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 она не по одной ниточке тяни, чтобы он вывернулся. Нет, это было бы тянуть его. Нет, это было бы кидать. Даже не упустила, но...